вопреки стереотипу, который сложился у нас в России, Голливуд – это не какой-то широкий бульвар, вокруг которого сосредоточены студии, а скорее такое общее название местности, которое поделено на Карсон-Сити, Калвер-Сити, Брубенк, и там везде расположены большие студии. Вот, например, сейчас мы находимся в Калвер-Сити, где базируются два офиса Sony. Сзади нас где-то далеко-далеко Sony Pictures, а впереди офисы их подразделения, занимающегося спецэффектами Sony Pictures Image Movers, и анимационного подразделения, в котором мы встречаемся с Адилем Мустафабековым. По-русски, наверное, будет правильно сказать, художником-оформителем картины «Смурфики». Он нам расскажет о том, как он работал над лентой, что именно он там рисовал и в чем, собственно говоря, заключается ее работа. Это центральный вход на студию. Идемте. Мы отметились у охраны, нам выдали такие вот разовые пропуска с эмблемой Sony Pictures, нашими именами и именем человека Кэрин Джейк, который, собственно говоря, мы и идем. На этом фильме у меня было три работы. У меня была текстура, я делал разъемка фильма, как не разъем, как фильм смотрелся, не фильм, а персонаж, там props, вещи называются props, как столик или такие вещи я разукрашивал. И matte painter. Matte painter — это как пейзаж. Я рисовал разные пейзажи для фильма, где надо было... Задники. Да, иногда, знаете, тоже впереди. По правде, в начале фильма, первый, почти что все будет mapping. Mm-hmm. Почти что все. И я должен был как-то... Ну, они мне дают, как они хотят, чтобы это смотрелось. И я, ну, как им нравилось, я пытался сделать что-то. Только не надо мне говорить, что они милые! Они милые! Понял ты, бледнолицый! Все фильмы сложные, но они очень интересны на них работать. Вы знаете, когда я на любом фильме, который я начинаю, как будто это первый раз я начинаю рисовать, и я всегда нервничаю, я не знаю, вдруг не получится. И потом успокаиваюсь и начинаю рисовать. По сложности я... Сложно, но я люблю это делать, что это для меня... Challenge. Вызов. Mm-hmm. И, как сказать, у Клаудии я очень много рисовал там, потому что это весь мультик, и там дают больше как freedom, свободы, чтобы рисовать, как будто кисточкой смотрят и все такое. На этих фильмах, на Smurfs или, скажем, я работал на, как его... Watchmen. Очень надо, чтобы было настоящее, чтобы mm-hmm. специально вот так смотрелось, что mm-hmm. если небо так покрасить, но это небо не похоже на настоящее, надо сделать настоящее. А на Клауди небо были разные. Есть разные цвета, красивые, чтобы красиво смотрело. И обои сложно, но и очень интересно. Я для меня фильм, я не выбираю фильм, мне разницы нету, на каких фильмах работаю. Mm-hmm. Мне просто нравится, что я делаю. Нравится рисовать. Только давай вот без этих вот кривляний. Смурфики. 3D. Оу, смурфанем отсюда. Надо же, смурфить как высоко. Первый пошел. Нет, прощай, жестокий мир.